Всем огромный привет! Вы на канале Таня Онака. Посмотрите на разнообразие моих рубашек. Рубашечка номер один, Турция. Рубашечка номер два, тоже Турция. Я люблю Турцию. В основном это хлопчатобумажное волокно, вискоза и немного полиэстера. Вот эта рубашка из полиэстера Визави фирма. Следующая рубашечка хлопчатобумажное волокно. Подделочка Филипп Плайн, Турция. Очень люблю эту рубашку, но она носится на платье у меня. Эта рубашечка, она хлопчатобумажная, такая вот укороченная, ну и немножечко мне тесновато. Эта рубашка тоже Турция. Это я приобретала в фирменном отделе. Я очень люблю эту рубашку, она хлопчатобумажная, в мелкий горошек, и ее можно носить и летом, и зимой. Следующая рубашка, это двуслойная рубашка, жакет Индия, она очень хорошо структурирует фигуру, эта рубашка, там видна моя тень, я успеваю надевать рубашечки на плечики, потому что их представлено целых 14 рубашек. Это рубашка Цетсил. Европа, не помню, кто производитель, но очень люблю эту рубашку, в свое время много ее носила, с черными льняными брючками, а она, эта рубашечка ХБ, у нее есть такая вот кулиска, и она удлиненная. Это тоже удлиненная рубашечка, это Турция, она с вышивкой, это немножечко уже антитренд, но она такая, знаете, вечная, это рубашка-халат, удлиненная, самодостаточная такая. Ну, а это тоже Турция Гранди. Серая хлопчатобумажная рубашка, которую тоже можно носить и зимой, и летом. Она выполнена немножко с декоративными элементами, на груди отстрочена. Следующая рубашка – это Турция. Она довольно-таки интересная, удлиненная рубашка, такая приталенная, хлопчатобумажная. Очень удобная, ее можно носить с узкими брючками, ее можно носить с шортами, с юбочками я рубашки эти не ношу. Ну, а эта рубашка такая, знаете, домашняя льняная рубашка удлиненная. Следующая рубашечка Индия, она из вискозы, очень тонкая такая рубашка, тоже я ее ношу и зимой, и летом. Ну, в основном зимой, хотя она довольно-таки тоненькая и вполне возможно ее носить и летом. Следующая рубашка – это универсальная белая рубашечка, которую тоже можно носить и зимой, и летом. Ее можно носить и с джинсами, и с юбочкой. Ну и последняя рубашка – это Турция, вот с такими декоративными элементами. В свое время тоже я очень много ее носила, она довольно-таки интересная. Я ее носила с серыми капри. Всего вам доброго, дорогие друзья. Показывайте ваш ассортимент одежды. Буду очень рада познакомиться. Всего хорошего.